В четверг в Самарской области пасмурно, местами снег. Днем минус 10, минус 14, ночью 15-19, ниже 0, ветер северный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани облачно, без осадков. Днем минус 10, ночью минус 14 градусов, северный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, пройдет небольшой снег. Днем минус 11, ночью 14 с минусом, северный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег. Днем минус 12, ночью минус 18 градусов, северный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.